Всем привет! Давайте посмотрим этот дом. Особенностями данного дома являются эти отстрелы, с которых очень удобно убивать всех вокруг. Еще есть пикдауны для онлайн-дефа. Есть быстрый спуск с дома. На крыше стоят три торгомата, в которых можно сейвить лут. Здесь комната с электричеством. В этом доме используется бункер с крышей. Вот так закрывается бункер. Перейдем к постройке. Перед началом второго этапа обязательно подкопите много камня. Обязательно вместо стенки ставим две полустенки. Они нужны для работы бункера.
этот потолок не надо было ставить. Поднимаем проемы с треугольников с отстрелами. Дверные проемы ставим на каждый треугольник слева.
крыши, АПМ, в разные материалы, чтобы они не стыковались. Если не ставятся треугольные крыши, то добавьте проемы для стабильности. Если вдруг они не встают, то просмотрите, чтобы в доме везде были проемы для двойной двери. Тут будут турели, по которым из-за двух сеток не будет проходить урон. Улучшаем все по наличию ресурсов.
Спасибо за просмотр!